Стало. Было. Этот дом построен в 59 году. Ни разу не делали ремонт. Как будто к бабушке попал. Итак, квартира. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Я Гайдуков Денис, руководитель направления ремонта в компании «Неаполь». Сейчас мы с вами находимся в городе Новороссийске, в квартире прямо в самом центре города, на улице Энгельса. Ну и хотим записать для вас очень интересный ролик. Это двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Сейчас мы с вами находимся в кухне-гостиной. Здесь, как вы видите, на полу ламинат, на стенах обои. Все стандартно, обычно. Зона кухонная выделена кафелем. Давайте пройдемся быстро, посмотрим вообще по квартире. Да? Здесь у нас такой длинный коридор, сразу около входа санузел. Ну, в санузле поставили ванну, такую тумбу симпатичную, подвесную инсталляцию, ну, сантехнику, понятно. Полотенцесушитель электрический, с таким хитрым управлением, автоотключением. Пройдя по этому длинному коридору, мы становимся перед выбором. Налево пойдешь — будет спальня, направо пойдешь — будет спальня. Мы решили пойти направо. Маленькая спаленка, аккуратненькая, все чистенькое, беленькое, красивое. Вот вторая маленькая спаленка. А теперь вы спросите меня, а чем же ролик интересен, чем ремонт интересен? Как я уже сказал, квартира площадью 50 квадратных метров, ремонт стоил 1 миллион рублей. Делали мы его 3 месяца. Почему так? Вам стало интересно? Давайте по порядку. Этот дом построен в 59 году, сдан в эксплуатацию в 60 году. Второй самый интересный момент. Из чего построен дом? Мы так и не поняли. Как нам показалось, основа – это здоровый скальный камень. Также частично использован кирпич, какие-то деревянные перегородки были внутри, часть перегородок из каких-то панелей, неизвестной нам конструкции, гипсовых панелей, да, то есть, которые мы никогда в жизни раньше не видели. Фасад дома, как вы уже заметили, неоднократно подвергался капитальному ремонту, и последний раз, судя по внешнему виду, года 4 назад. А вот в квартире 60-го года ни разу не делали ремонт. Ох, ностальгия. Как будто к бабушке попал. Лифта, естественно, нет. Ну, третий этаж, невысоко. Пролеты очень узкие. Горы мы не плотники. Помнится, снимал я квартиру в подобном доме на 4-м этаже. И прям очень неудобно было таскать детскую коляску. Итак, квартира. Бегло я вам уже показал эту квартиру, но у нас есть кое-что еще. Это фото квартиры, как она была, и немножко фото в процессе ремонта. Итак, стало, было. И мы опять в кухне-гостиной, мы сюда вернулись. Для начала посмотрите, какие замечательные обои были на этой стене, приклеены скотчем. Ну а теперь немножко про ремонт. Вот здесь, там находится у нас санузел, сейчас мы покажем, как это все было, да. Вот здесь была стена из оштукатуренных досок. Ну что-то такое было, непонятное, да. Вот это мы все демонтировали, поставили нормальные пеноблочные стены. Вот здесь тоже мы все вот это нам пришлось переделать, потому что стены разваливались просто, да. Вот они были там из тех самых древних гипсовых плит, ну, непонятной конструкции, да, которую уже давно никто не делает. Ну, естественно, мы снимали всю старую стяжку с пола, заново делали стяжку. Стены все, которые оставили, ну, которые несущие, да, то есть и те, которые мы решили оставить, они более-менее держались, да. Естественно, мы сбивали всю штукатурку, штукатурили все заново. Ну, а теперь давайте посмотрим, походим по квартире и посмотрим, какой она была до этого. Итак, кухню в студию.
Пойдем в санузел. Мы в приятном, светлом санузле, который до этого был построен из говна и палок, в прямом смысле слова, и был раздельным. Да? Вы представляете, вот все то же самое, только раздельный санузел. Как это было? Смотрите. А сейчас мы в спальне, которая была пещерой. Ну и вот вторая спальня, теперь спальня. То, что было до этого, смотрите. Не буду вас утомлять техническими подробностями всего этого ремонта. Вы сами все видите на фотографиях, было, стало. Сейчас в квартире современный, красивый, уютный ремонт. Поэтому, если у вас что-то подобное, что вы видели на фотографиях, не звоните нам никогда. Шучу, шучу. Звоните, сделаем вам красивый ремонт. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши интересные ролики, ставьте нам лайки. Все контакты под видео. И напоминаю вам, что мы делаем ремонт и мебель и в Новороссийске, и в Анапе, и, возможно, скоро в других городах. Всем пока!